всех категорически приветствую. Хотелось бы вот чем поделиться. На днях я выезжаю со двора. Мне выезжать налево. Тут же во двор заезжает старый дряхлый X5, что американец до кучи, встает прямо на въезде, причем так он мордой перегораживает дорогу пешеходам, пешеходную дорожку, а задницу у него на треть стоит на дороге, то бишь неудобно всем. Мне выезжать налево. Соответственно, я ни черта не вижу, что происходит слева. То бишь, я легко могу словить в морду от машин. Я опускаю стекло и говорю, мол, а нельзя нормально припарковаться, подальше проехать? На что был гениальнейший ответ? Что, первый день за рулем, что ли? Блин, дружище, ну, по-моему, это ты первый день за рулем, судя по тому, как ты паркуешься. Так вот, к чему я это все? А к тому, что каждая маломальская человеческая личинка, которая попадает в руки BMW X5, ну и подобная другая машина, ну, зачастую я именно вижу это на X5 и на геликах, вот такое поведение, считает себя пупом земли. Причем неважно это, блин, это может быть там, не знаю, X5 там 2000 года выпуска, какой там 53-м кузове, цена которому 300 тысяч рублей, блин, в хлам гандошенный просто. Либо это может быть новый X5M, да, там сколько он там, за 5-7 миллионов, или, по-моему, от 7 лет начинает столько, ну, что-то такое, короче. Поведение будет абсолютно одинаковое. И это прям выбешивает. То бишь, это некий синдром BMW. То бишь, люди, которым в руки попадает автомобиль BMW, а тем более, если это X5, все, им как будто, вот, не знаю, к ним вселяется демон, они становятся, ну, просто неадекватными людьми. Им плевать на всех вообще. То бишь, я на X5, там, чё, про чё, мне вообще пофигу. Как бы, чё, что у тебя X5? Я, как правило, таким всегда даю отпор. Люди как бы не ожидают. Вообще, тем более от владельца старого Opel'я. Но как только на горизонте появится более дорогая машина, всё, они, ой, чё, не, я в домике, я вообще, я не я, короче. Что включается в человеке, когда он садится за рулем такой машины? Паркуется, как... Не знаю, кто вот тут, ну как можно быть таким мудаком? У меня старый BMW X5 за 300 тысяч рублей, я бог. И, как правило, эти ведра еле дышат, ну потому что он купил ее, а ремонтировать денег-то нету. Тебя боятся не потому, что ты крутой. Тебя боятся потому, что ты неадекват. Потому что ты в любой момент можешь выкинуть что угодно. Ух, как бы бить-то, блин, а вообще-то это вот. Где эта грань будет? Где? Вот что? Почему? Как? Зачем? Вот. Чего ты взял, что ты самый крутой на своем ведрище? Если ты молодой парень за рулем X5, ну, блин, так ты не крутой. Крутой твой папа, потому что он заработал и купил тебе эту машину. А ты сам, ты-то что сделал? Я не говорю, что все владельцы поголовно такие. Но статистика-то штука упрямая. Понимаю, такие за рулем абсолютно любых других марок. Я говорю исключительно за свое наблюдение. Как правило, подобные люди ездят либо на геликах, либо на X5. В основном X5 я вижу. И повторюсь, неважно это, блин, новый за 7 миллионов или старый за 300 тысяч рублей. Прям душа болит за людей, вообще не могу. Люди, будьте добрее. Кто не согласен, пишите в комментариях. Хотя, кого волнует мое мнение? Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.